Здорово всем. Покажу небольшой винтик, который поменялся. Была прожарка, теперь вместо прожарки после 23 февраля ивент танчики на 10 дней. Короче, в чем фишка? Вот все скиллы ивента, силовая броня. Сейчас я пока рассказываю, уничтожу. Самое главное, что когда появляетесь, расставьте все скиллы ивентовые, да? Потому что это трансформация. И, соответственно, в чем главная фишечка, зарядить снарядик, который вам дают. После этого вы можете выстрелом стрелять. Вот. Вот это дают неуязы. Два скилла от выстрела, только подкалиберный снаряд пробивает. А стрелять можно только перед собой. Наводите вот так вот. Оп, стреляем. 5 выстрелов где-то на танчик надо. Можно крутить, как в танках. Но самое главное собрать как можно больше патронов, чтобы стрелять. И первое место здесь по количеству нанесенного урона. Ездить, выживать здесь смысла нет. Есть еще тут ремкомплект, который можно починить. Арт-поддержка. Кстати, арт-поддержка можно воспользоваться. Сейчас мы что-нибудь увидим. В общем, когда ивент закончится, покажу, что за него дают. В общем, мне понравился. Прикольный достаточно ивент. В принципе, и прожарка мне тоже очень нравится. Так сказать, честные арены, где все на равных. Оп, по двоим сразу бахнем. Едем. Сразу бахнем, я не знаю, поставить, конечно, колодец. Там что-то много. Аж трое перестрелку ведут. Короче, пока. Что мне, конечно, не понравилось, то что времени очень мало дают. Тут много где можно спрятаться, заныкаться. Стреляться получается мало. То есть прожарка длится около 15 минут, а это только 5. Хотя ивент очень прикольный. Зон на постоянку был вообще очень классно. Так. Здравствуйте. Только один. Не перезарядиться. Тут вроде у меня есть. Идем забираем. Нет, я не то зарядил. Их у меня мало, красная полоска. Это, походу, двери откатилась. Двери надо бахнуть. Ремкомплектов нету. Это плохо. Так, мы сдерживаем. Тут все. В домике надо заряжать. Стрелять можно только тем, что есть. Заряжать бы. Опа. Включаем броню, откуда стреляли, да, стреляли. Ремки нет, да, видно. Тоже хорошо. Попытаемся найти ремку. При атаке, если вас первого стреляют, вы же прожимаете какие-то защиты, но не две одновременно, естественно, они две одновременно не работают. Нам нужен ремкомплект. Рядом у меня окей, уже все. Закрыться. Так, кажется, я видел танчик. Видел. Видно. А можно ремкомплект найти? О! Танчик. Я, походу, перестрелился. Тут не вижу никого. Наверное, в магазине там кто-то есть. У меня все в КД, может, домой будет вступать. А вот только куда? Ага. Попал. Можно расстреливать. Попал. А, давай, давай. Ну, вот и так. Тоже зараза. А у меня закончились эти снаряды. Басы. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Выстрелил только 200 урон. Не попал, что ли? Попал. Хорошо. Отлично. Так, перекрестный огонь.
Вижу танк. Три снаряда. Два у меня фугаса. Ой, что ты делаешь? Ошибка. Перезаряжать под калибр надо. Выехать можем. Силовая броня есть. Так, он куда-то там уезжать. Ой, у меня ремкомплект появился. Хорошо. Так. Мне очень нравится, что происходит. Не понимаю, где танки. Время кончается, хотя еще надо пострелять. Ремка есть, но ремок мало. Щиты есть, надо искать цель. Цель найдена. Очень хорошо, у меня артиллерию он выстрелил. Попадаем, попадаем. Не очень, конечно, попадаем. Ой. Перевезем щит. Так, я им пушку сломал. Так. А у меня вообще боеприпасы кончились. Это крайне печальная история. Потому что теперь мне остается только убегать. Сейчас бы мне еще в сраку кто-нибудь не засадил. Так, это не то, что мне нужно. Мне нужно чем пострелять. Тоже ничем пострелять. Это... Самое обидное, вот когда ты появляешься, и у тебя нету вокруг патронов всякие там огнетушители. Так, это мало. Там индийска. Бесполезно это все дело. А тебе нужно. Здесь надо полутаться 20 секунд. Времени, времени мало. И вот, да, вот индийс, огнетушитель. Надо стрелять. Во. Да. Ага, вижу. Первое место. Нормально. Дали 2000 жалований, 10 значков защитника, 10 репутации, 20 атакующих. Управители. Неплохо. Постреляли мы. Гайдик, как победить получилось. Сейчас покажу, что за это ген дают. А, не покажу. Ой, гномовская. Вот гномовская. Ладно. Вот снег лучше подальше от гномов. Быстренько отправиться в столицу. Это мало ли. Вдруг там какой-нибудь дагер. Ну, из наград, что достаточно ценные. Это можно шапку за 300 провизии. Я сейчас все покажу. Такой у меня свой начальник, то в чем он стоит, можно такой себе костюм купить и берет. Собственно, в таком берете сейчас и бегаю. Так, ну, можно взять бесплатно тортик, купить за 40, 60 и 80 монет еще 3 штуки. Это достаточно прикольно. Полезная тема. Вот такой кусочек торта, 100% опыта дает, 30% урона. Точнее, что там... Да, опыт на 100%, жалование на 30, урон на 10 по монстрам. Сообщение можно за 50 монет, зеленое сообщение написать. Сейчас посмотрим. Такое недавно выдавал. Ну, раньше он синьку писал, сейчас делаю. О, зеленые такие сообщения, которые все расы видят. Можно поздравить, можно поторговать. Хирочат такой на всю игру. Ну и, соответственно, вот у нас... Сертификат смены класса за 500 можно взять, банки за 150, хотя банк можно науки купить, они там всего лишь 35 тысяч стоят, поэтому не очень. Вот эту штуку, которую ты юзаешь, попадаешь в данжик за 200 монет, стоит она 50 обычных монет, 7,79, кстати. Письмо с картами 200, врата возврата 100, путешественники за 20, ну и соответственно костюмчик, который нельзя передать за 500, и... Шапочка. Вот шапочка самая ценная, я считаю, здесь. И вот это вот самое ценное здесь. И внешечка, кому хочется. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Учитесь, побеждайте. Очень классный день.